Всем привет! Меня зовут Алина Михайлова, и я рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня мы разберем очень классную и популярную тему – осветление бровей. Для чего нужно осветление бровей? Зачастую бывает так, что внешность очень контрастная, и такое может быть даже сразу от природы, когда волосы на голове светлее, чем брови. Либо мы можем прийти к этому, если мы вдруг решили поменять свой образ и покрасились в блондинку, да, а брови остались темными. Ну, не всем комфортно ходить с такой сильной контрастностью, и девушки хотят сделать брови более светлыми. Как это сделать? Конечно, нужно брови обесцветить и затонировать в подходящий вам оттенок. Для выраженного эффекта я часто использую продукты от марки Tue. Это осветляющая паста, она кремовой текстуры, очень удачная, очень удобная и очень сильно осветляет. Может осветлить до 3-4 оттенков. Используется вместе с родным оксидом. Также есть еще альтернативный вариант. Это блонд-паста от марки Рефектоцил. Сегодня мы будем работать с осветлителями от марки Шик. У меня два оттенка. Это блонд и оттенок Талп. Талп осветляет брови на полтона, на один тон и оставляет легкий след на коже. Оттенок блонд осветляет на 1-2 тона, да, после него чаще всего требуется тонирование бровей, не оставляет следа на коже вообще. Это для более выраженного эффекта. Я решила, что я буду работать с более активным осветлителем, с осветлителем блонд. Нам для работы потребуется, ну, во-первых, сам осветлитель, 3% кремовый оксид, очиститель кожи и защитный крем от марки Tue. Это крем-протектор. Я хочу защитить кожу вокруг бровей, потому что осветлитель достаточно активно может пощипывать кожу. Я уже осветляла брови, поэтому не хочу неприятных ощущений, буду себя беречь. Первое, что мы должны сделать, это очистить кожу бровей. Следующий этап – это нанесение крема-протектора. Брови у нас просохли после нашего очищающего лосьона, и теперь мы наносим крем-протектор на кожу вокруг бровей. Не бойтесь, если вы немножечко попадете на волоски. Главное защитить кожу. Я сейчас вскрою тюбик. Хочу обратить внимание, что годность после вскрытия равна 1 месяцу. После этого продукт уже не настолько эффективен. Я не использую миксер сейчас, взбиваю пасту при помощи кисти. Если брови не густые, не плотные, можно наносить, сразу припечатывая полностью на бровь. Если же брови густые, как у меня, то лучше еще использовать щеточку для того, чтобы прочесать и убедиться в том, что полностью нанесены на все брови нанесен состав. Начинаем. Так как блонд не оставляет оттенка на коже, я могу не переживать за то, что у меня будет какая-то неравномерная форма, поэтому наношу достаточно небрежно. Все, прокрасила волоски, и теперь при помощи кисточки полностью заполняю брови. Важно не оставлять никаких пробелов. Проследить за тем, чтобы волоски полностью были укрыты осветляющей пастой.
внимательно относитесь к основанию. Максимальное время выдержки экспозиции – 15 минут. Время засекается в самом начале, как только вы начали наносить состав на первую бровь. Для второй бровки также засекаете секундомер, чтобы время выдержки экспозиции было одинаковое. Ну что, ребят, прошло время экспозиции, снимаем. Ну да, действительно, брови посветлели. Не скажу, что сильно, то есть в сравнении с осветляющей пастой Туи или Рефлектоцил брови не стали сильно светлыми. Пигмент полностью не нейтрализовался, ваш мой натуральный. После осветления волосы, кстати, становятся послушнее, суше, и некий эффект укладки, да, вот этих послушных волосков можно добиться и осветлением бровей. Блин, если честно, я в восторге. Вы посмотрите, брови действительно посветлели, они не пожелтели. Цвет стабилизировался, стал прям таким русым, как мои волосы на голове. И что я могу сказать? Пока-пока, я больше, наверное, никогда не буду пользоваться этими двумя пастами, потому что тинт от Шик в оттенке блонд просто идеально мне подошел. Нет следа на коже, брови потемнели на 2 тона, брови не пожелтели. Вуаля, великолепно, просто прекрасно. И, если честно, не было сильного жжения, я не покраснела. Да, действительно, я закрыла немножко тоном то, что стерла, когда убирала остатки осветлителя, но кожу не жгло, мне не было дискомфортно. У меня отличный цвет бровей, и, если честно, я очень рада, очень довольна, что попробовала это вместе с вами. Поэтому, если вы хотите осветлить брови на пару тонов и не запариться при этом очень сильно, я очень рекомендую продукты Шик. Надеюсь, что это видео было тебе полезным. Пожалуйста, поставь мне лайк за старания, за мои посветлевшие брови. Подписывайся на мой канал, и на нем будет очень много всего интересного. Следи за мной. Пока-пока.